Ну, мой шеф разрешил мне сделать небольшую презентацию кухни, в которой я работаю. Значит, у нас два таких, ну, скажем так, два таких прибора, которые быстро охлаждают пищу. То есть готовим мы много, и сейчас лето, жарко, чтобы быстро все охлаждалось и запаковывалось, комиссионировалось, то есть разделялось на разные. Это вот такой вот агрегат, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, на 10 противней, на 10 противней, два штуки. Один он там стоит вдалеке, прямо возле меня. Так, в моем распоряжении пароконвектоматы. Сюда входит, сейчас отойду подальше, сюда входит 40 айнзетсов, это большой. И два, скажем так, поменьше. В каждый из них входит по 20. Ну вот они все три. И в общей сложности 70 противней я могу одновременно разогревать. Но бывают у меня такие дни, что они у меня все забиты полностью. Это когда, конечно, количество гостей, ну, примерно 1500. Если мы делаем карнавал, то у нас посещение и до 5000 за ночь. Но тут, там, конечно, уже идет более простая еда, потому что иначе ты не справишься, так как у нас, скажем так, ну, шеф, который готовит. И в данный момент, и я, короче. Ну, я постоянно готовлю все, то есть вся горячая пища практически на мне. Так, в моем распоряжении две сковороды. Одна на 120 литров, одна на 80 литров. Так, два кесселя, не знаю, как они называются по-русски, вы, может, мне подскажете. По 100 литров каждый. Ну и всего две платы, на которых я разогреваю. Так, что у меня еще? Ну так-то, в принципе, основное я вам показал. Ну и мой рабочий стол, на котором работаю только я. Он такой, ну, 2.5 метра длиной, но мне его хватает. Если не хватает, я беру еще один стол. С этим проблем, в принципе, нету. Кухня большая, в ней приятно работать. Таких кухонь по Германии, конечно, честно говоря, очень-очень мало. То есть я работаю, вернее, раньше работал в очень многих битрибах, во многих предприятиях, и, честно говоря, кухни хромают. Недостаток этой кухни, то, что она не климатизирована, то есть здесь нету кондиционера, то есть не охлаждается. Это единственный недостаток. Здесь более-менее нормальная температура, конечно, за счет вытяжки, которую вы слышите. Да, я обязательно прикуплю микрофон, чтобы заглушать этот звук, чтобы меня было слышно. Я понимаю, что качество играет большую роль, качество звука тем более. Ну, я буду стараться, если кому-то это будет интересно. Если я увижу, что интереса нет, то я просто прекращу вести свой канал, да и все. Так, ну вот как-то так. Ну, холодильники я вам не буду показывать. Холодильники, у нас их холодильники в общей сложности три больших. Туда очень много входит. И две морозильника комнаты. Ну, как действительно комнаты, там, скажем, 10 на 5 такой вот морозильная камера. Все, вот вытяжку выключили, сразу слышно, что тихо стало. Ну все, мой рабочий день закончился. Начинаю я примерно в 7 часов. Сейчас уже 4 часа дня, то есть работали сегодня недолго, потому что работы не так много было, но тем не менее. Вон француз. Француз не хочет, чтобы я кричит: нет, нет, нет. Ладно, ну все, на этом закончили. Желаю всем приятного просмотра. Ну, мой рабочий день начинается всегда очень просто. Мой кухеншеф оговаривает со мной, что ему надо и в каких количествах. Допустим, на сегодняшний день мне нужно приготовить клетки из костного мозга. Это конвениенс продукт, мне с ним долго возиться не нужно. В пароконвектомат 8 минут он готов. Так, поджарить немного шпека,
25 килограмм. Сварить бульоном, литров 50. Так, приготовить на хороший продукт. Читаем только правильно, да? Произносим как эбли. Не ебли, а эбли. Ну, на вкус именно такой, как и есть. Так, таглиарини 2 килограмма. Ну, это овощи для бульона. Так, ну что там еще мне нужно? Так, басмати райс 30 килограмм. Кёри соусы 16 литров. И кройтозосы. Кройтозосы 16, сколько, 7 литров. В принципе, вот так день не пройдет по-быстрому. Ничего сложного. В принципе, все готовится очень быстро. Это знаешь как. Так, я еще раз коротко объясню, как делаю рис. Значит, килограмм риса воду заранее я подсаливаю отдельно, потому что мне нужно было делать много. Подсолил воду, 2 литра воды, хорошо размешал, добавил немного масла и в пару кемик томат. Значит, эбли я тоже сразу же задвину. Они будут готовиться час. Рис мой будет готовиться полчаса. То есть я потом их вытащу, эбли, и в другой кемик томат, потому что чтобы много штрома не брал, этот слишком большой. В смысле, слишком много электричества. Так, включаем. Пар. Полчаса. Пар полчаса. Все, он готовится, мне ничего делать больше не надо. Я могу заниматься дальше своими делами. Тот, который будет потом расфасовывать рис, он будет точно знать, что в каждом противне у меня по 3 килограмма. Только с этих целей. Можно добавлять вообще немного больше. До 1,5 килограмма можно смело добавлять. И, ну, естественно, соответствует количество воды. Ну, вот как-то так. По рису. Так, далее. Так, ну мой бульон набили примерно так. Овощи все помыты, порезаны. Мясо помыто. Посыпаем можжевеловые ягоды. Немного гвоздики, чуть-чуть совсем. Лаврового листа. И лук, который я предварительно обжарил без масла, чтобы у меня был хороший свет. Ну, на этот случай, конечно, в больших кухнях есть, называется цукакулюа. То есть это, по идее, ничего иное, как обожженный цукор, обожженный сахар. Но он, конечно, сам еще его делает, он горчит, а производитель делает, в принципе, очень хорошо. Сейчас я покажу, кстати, у меня есть. Ну, это вот такая вот субстанция черная для подкрашивания. Она официально разрешена. Ну, немного добавлю еще температуры, и будет у меня бульон вариться примерно, так как там говядина, примерно 3, может быть, 3,5 часа. Ну, пока она варится, я буду заниматься другим делом. Так как я варю в этом кесаре, так называемый кесаре, я не знаю, как он по-русски называется, кенку я снимать не буду, потому что здесь есть свой особый трюк. То есть я буду потом бульон чистый, уже я ему дам немного, не то что остыть, а чтобы весь белок осел и остался частично на овощах. Я буду бульон брать снизу, то есть вот отсюда, через этот кран. Да, я поставлю кастрюлю, сито, полотенчика и буду процеживать. Маленькой тоненькой струечкой. То есть мне не нужно здесь находиться специально возле него. Все и так нормально будет. Ну, рис мой приготовился полностью. Смотрите сами. Вода полностью впиталась. Но я его еще на 10 минут еще его немного продлил, потому что слишком было большое количество. Ну, такое бывает. Это ничего страшного. То есть вместо 30 минут я его готовил 40 минут. Так, мои эбли я переложил в другой кемик томат. И сейчас я их еще для начала 20 минут. То есть им положено ровно час. Возможно, я добавлю еще по времени. Теперь она остывает, все так, как есть.
Но так как нам нужно, то есть ни в коем случае в воде уже не нужно охлаждать их. Ничего с ним, с рисом не будет. Он оценит и будет нормально, будет рассыпчатый, без, не будет клеиться. Вот. Так, мой бульон закипел. И теперь я еще немного убавляю температуру. И у меня будет сейчас между 96 и 99 градусами потихонечку вариться. То есть плен, когда вы ее увидите, я, конечно, вам дома в домашних условиях приготовлю как положено. Но поверьте мне, этот бульон у меня будет тоже прозрачный, потому что я знаю, что я делаю. Значит, если вы начнете сейчас пленку снимать, то вы снимете все и все пряности, и овощи. Это все тогда уйдет в мусор. Тогда нужно было работать по-другому. Нужно было тогда сначала мясо предварительно немного сварить, пену снять, и потом все овощи и пряности загрузить. Можно делать так. Но много идей, много вещей каждый повар делает по-разному. Да, и каждый, как говорят, возьми 100 поваров, дай им одинаковые продукты и скажи им приготовить борщ, и у всех будет он по-разному. Ну, это примерно то же самое. Но нас интересует главное качество и выход продукта, то есть и качество продукта на выходе, как она будет выглядеть. Так, эпли мои тоже готовы. Если у вас нет такого прибора, который охлаждает, как у меня, то охлаждайте их просто так же на воздухе. Ни в коем случае не воду. Все, остывает у меня. Он мне не заморозит, потому что я выставил температуру, он остынет так. Так как я работаю в разных кухнях, может получиться так, что конвектомат не совсем исправно работает. То есть, если вы видите, что у вас уже рис приготовился, но еще осталось немного жидкости, это значит не вас дело, а дело в конвектомате. В этом случае просто берете сито, то есть такой противень, ну, вот такой вот. И сюда сбрасываете рис, и вода вся прекрасно отсюда стекает. Все, у вас остается сухой рис. Помимо всех тех заданий, которые мне сегодня нужно сделать, мне еще нужно будет подготовить меню для моего коллеги. Так как он в других местах, он не может этим заниматься. Поэтому мне нужно максимально четко для него все сделать, чтобы он это мог отправить. Томатный соус у меня варится, это для детей. То есть все, что я буду еще раз разогревать, я работаю в этом случае без перчаток, чтобы никто не возмущался, не кричал. И заметьте, что у меня нет никаких украшений на руках, на лице или еще где-либо. Я не ношу обручального кольца. Правила гигиены – это запрещено. Но я считаю, что и правильно. В одном из своих видео про томатный соус я вам рассказывал, что его нужно загущать, если вы делаете меню. То есть сейчас я вам покажу наглядно, что произойдет. Я специально соус не загустил. Он, по идее, он густой, но тем не менее он не загущен. И дам ему поставить буквально немножечко, чуть-чуть, и вы увидите, что с ним произойдет.
всегда хорошо видно, что вот жижа потекла. Чтобы этого не произошло, у вас самый ответственный момент, поэтому соус нужно томатный для меню именно загущать. Так, мой мясной бульон выглядит уже хорошо. Вот теперь я его присаливаю, потому что я вижу, что у меня немного выпарилось, чтобы не получилось так, что я его пересолю. То есть досолить я всегда смогу. Не переживайте, что я пересолю, рука у меня на это дело набита. Я свои приборы, как они работают, знаю как свои 5 пальцев. И сколько соли я бросаю черпаками, поэтому проблем нету. Ну вот, друзья, прошло 3,5 часа, и мясо мое готово, я его буду вынимать. Камеру ближе, чтобы вы видели, то есть бульон у меня, в принципе, довольно такой чистый. Сейчас, пока я буду разделывать мясо, я дам бульону немного, чтобы все осадки, все осели. И вот видите, вот такую штучку вот у меня я вам показываю. Это такой, как бы, ну, назовем его предохранитель. То есть он предохраняет от того, чтобы все овощи и другие пряности остались в котелке. Сейчас сейчас немного все подостынет, и я спокойно подсужу его, и вы увидите. То есть пену я, как я говорил вам, я не снимал, я ближе к готовке уже приготовления мяса подсолил. Полчаса пусть постоит бульон. Теперь отваренное мною мясо нужно будет разделать. То есть я сейчас срежу с него все жилки, весь жир, то есть все, что посчитаю несъедобным. Оставшееся мясо я потом вложу в глубокий противень и залью его процеженным бульоном. И пусть она в нем остывает. То есть вот это, видите, как это жир, мы его уже выбрасываем. Я хочу вам показать этот кусок. Это по-немецки называется «Тафельшпиц». К сожалению, русского названия я его не знаю, но я обязательно посмотрю в словаре, как это вообще называется, если найду, конечно. То есть это мясо отвариваешь, срезаешь с него все жилки, уже в отваренном состоянии. До варки этого делать я лично не рекомендую, потому что все-таки жиром и со всеми этими жилками мясо остается сочнее и вкуснее. Если у вас это телятина, то ее вы можете использовать для приготовления вителло тунату. Тут кусок мяса нарезается на слайсере и готовится соус с тунцом. Ну, я как-нибудь сделаю, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю. Это, конечно, будет не все сразу. Я надеюсь, мой канал просуществует. Я очень на это надеюсь. Это, конечно, будет связано с тем, насколько интересно будет моим зрителям вообще моя стрипня. Что еще важно? Вот смотрите, я сейчас сразу разделю. Нарезать я буду мясо именно вот так, против волокон. Видите, вот волокна идут, они идут прямо сейчас. Я надеюсь, видно будет. А нарезать мы будем именно вот так, тонкими шайбами. Так мясо вкуснее и мягче. Мясо еще горячее его, ну, в принципе, оно поэтому хорошо так разделывается. У меня перчатка одна, другая. Не горячо.
мой бульон успокоился, подостыл, и сейчас я его буду процеживать. Делается это очень просто. Ставлю ведро, в него мелкозернистое сито, и потихонечку открываю кран. Буквально чуть-чуть. Все, процесс пошел. Вот такой тоненькой струечкой у меня будет процеживаться бульон. Мне при этом делать совершенно ничего не нужно. Я пойду заниматься другими делами. Я не знаю, почему многие повара создают себе проблемы и усложняют жизнь. Все делается без меня. Пока бульон процеживается, я приготовлю еще два соуса. Поступило неожиданное предложение, нужно их сделать. Значит, один будет для пасты, а другой будет рыбный. Значит, для пасты следующие приправы, которые я закидываю. Можжевеловые ягоды, лавровый лист, пару гвоздичек. Пока все. Так, в рыбный. Можжевеловые ягоды, лемонграсс. Кстати, мне подсказали, как он называется по-русски. Лемонграсс. Теперь я знаю. Лавровый лист. Бадьян. Тоже мне подсказали, для меня это штернанис. Бадьян. Так. И фентель. Фентель именно семечки. Не знаю, как они по-немецки, а по-русски называются. Ну, думаю, что мне тоже когда-нибудь рано или поздно подскажут. Сейчас я их возьму поближе. Вот так вот они выглядят. Как тмин, только немного крупнее. Ну, это все типично такие, это рыбные приправы. Сейчас я овощи отпассирую. Обдам немножко вином. Сюда залью рыбный фон. Рыбный бульон. Сюда для начала овощной бульон, ну, а потом буду сливками уже добавлять и делать дальше. Так, шеф мой дал мне еще одно задание — приготовить яблочный мусс. Значит, готовить я его буду следующим образом. Вода, которая была с лимонной кислотой, где были почищены яблоки, где они лежали, я вылил одну часть сюда. Добавил сахар, добавил корицу, добавил немного белого вина и добавил пару гвоздик. Сейчас все это сварю до полного растворения сахара. Сюда закину яблоки и буду их на медленном огне варить, пока они так немного не разварятся. Как они разварятся, они уже готовы. А в дальнейшем я этот яблочный мусс буду использовать при приготовлении кислой капусты, красной капусты, при приготовлении драников. Часть моего бульона готова. Я его сейчас возьму и залью свое разделанное мясо, чтобы оно у меня оставалось, чтобы мясо осталось сочным. А резать я его уже буду завтра. Мой сироп приготовился, какое-то время поварился. Сейчас я удалю все гвоздички, потому что в дальнейшем они будут только мешать. Потом я их просто не найду, чтобы их удалить. А корицу я оставлю. Корицу-то я крупную такую найду. Все, закидываю сюда яблоки и варю дальше. Ну, бульон потихонечку стекает. Но осталось еще недолго. Ну, полчаса, наверное, и будет готово все. Так, мои соусы варятся. Рыбный. И для пасты. Так, что у нас дальше идет? Апфельмусс варится. Ну, сейчас еще осталось пережарить котлет. Коллеги подготовили мне массу, накрутили котлет. В общей сложности получается примерно 40 килограмма. 40 килограмм фарша, это по 220 грамм. Ну, чуть меньше 200 котлет. Ну, в принципе, я их пережарю очень-очень быстро. Овощной бульон я процедил. Сейчас процеживаю рыбный бульон, с которого будет соус у меня.
обратно выливаем в кастрюлю. Сейчас я долью сюда сливок. Как правило, пропорции сливок я беру так. Если соус у меня примерно 10 литров, то 9 литров жидкости и 1 литр сливок. 30%. Сейчас попробую на соль, на перец, на кислоту. На кислоту нет, кислоту добавляю я всегда в конце, когда уже соус загущен. Чтобы у меня не получилось так, что если кислоты, не дай бог, немного больше влил, то ваши сливки, они просто свернутся. Поэтому, чтобы этого не произошло, сначала кукурузным крахмалом загустить, немного проварить и потом добавить кислоты. Немного муската сюда нужно добавить. Основа у меня готова. Сейчас только загустить и добавить в рыбный и в этот немного кислоты. Все. Загущает соус нужно, чтобы соус кипел, чтобы заливать растворенный в воде кукурузный крахмал. Все, густота меня устраивает. Теперь немного проварить, буквально 5 минут. Так, пробуем. Еще раз на соль. Нормально. Тоже нормально. Так, кислоты сюда. И кислоты сюда. Так, ну и эпопея соуса для сегодня закончено. В общей сложности я приготовил здесь по 9 литров в каждом. Рыбного 9, для пасты 9, curry соус 20 литров и соус с зеленью 10 литров. Перловой крупы, это которая ебли, 15 килограмм, риса 35 килограмм, апфель компот, который там сейчас варится, тут апфельмус, тоже примерно 20 килограмм получится. Так, котлет чуть меньше 200, штук, но я еще сейчас посчитаю, сколько там всего. Что это сегодня? Мясо сварил, так, бульон 50 литров, 20 килограмм мяса с бульона разделал. Ну так, в принципе, по мелочи. Ну все, сейчас время 1:30, вот я начал с 7 часов, вот все это время я, в принципе, ну готовлю я быстро, поэтому шеф меня и ценит, что я готовлю быстро, готовлю четко, необходимых количеств, сколько надо. Вот он мне пришел с утра, прошлись мы по списку, что ему нужно. Я это все ему приготавливаю, он начинает сортировать. То есть туда такое количество, туда такое количество. И нужно, естественно, чтобы все хватило. Я не занимаюсь заказами, мне это как слишком будет меня напрягать. Мне вот дал ты мне продукт и сказал, сколько тебе нужно, и я тебе приготовил. Вот черт, так, что еще? Ну, камера у меня, ну как не камера, а звук, конечно, здесь очень плохой, потому что сильно работает вытяжка, но я эту проблему решу. Я куплю специальный микрофон и в дальнейшем видео, если, конечно, будет интересно кому-нибудь, хотя бы интересно, то я продолжу видео, куплю микрофон и буду иногда показывать жизнь кухни изнутри. То есть я не думаю, что это кто-то показывает, я, по крайней мере, не видел. Ну, вот все, что осталось от моего бульона. Бульон я процедил полностью. Это я сейчас выброшу все. Значит, я вам покажу бульон. Немного я не уследил в таком плане, что остался немного жира, но когда бульон завтра остынет, я этот жир прекрасно сниму. А так, вот я вам беру с самого дна и показываю. Бульон чистенький, как слезинка. То есть я его очистил без всяких примут. Главное терпение. И никогда не торопиться при варке бульона. Всякому продукту нужно свое время. Обваливаем котлеты в муке.
другой стороны. Так, опять форма легкая. На улице опять слишком жарко. Даже, то есть в Германии в последнее время очень мало нормальных хороших кухонь с выдержкой. То есть с климой. Так получилось, так климат. С кондиционером, вот. Чтобы кухня была климатизирована, чтобы работал кондиционер. Этого таких кухонь очень-очень мало. Ну, в принципе, эта кухня большая, в ней работает нормально, но все равно сейчас на улице опять сумасшедшая жара, не знаю, 30 или 35 градусов, в принципе, кухня у меня еще жарче, естественно. Но это ничего. Зато у меня времени, это место для работы очень много. Я попозже сделаю еще обзор своей кухни, своих инструментов, с которыми я работаю. Ну, вот как-то так. Фрикадели у меня осталось 130 штук, сейчас я их, в принципе, я по 45 штук их буду жарить. 4 замеса примерно и готово. Тут все. Пах котлет я проделаю, я их вынимаю, укладываю обратно на кофе. Когда они все будут пожарены, опять в духовку на 72 градуса внутренняя температура, 320 градусов наружной температуры. И как приготовиться? Чтобы постоянно не мыть сковороду, я просто скребком все соскребаю в сторону, полностью все скребаю, убираю, и у меня опять, как я могу жарить, ну, скажем, до немой сковороды, до 600-700 фрикаделей, котлет за один раз. Мой яблочный мусс тоже готов. Корицу 3 штуки я выбросил, выставил, все. Я его выключаю, пересыпаю, перекладываю, охлаждаю и до свидания. Сейчас увидите. У нас на сыне работает один пожилой дядька в Боснии. Вот у него осталось последний кусок мяса, и он для меня сделал фрикадельку, не ожидая того там, как я буду этому радоваться. Я ее, с вашего позволения, сделаю вот так. Вот что значит старость. Он уже, в принципе, пенсионер, ему немного осталось, но все равно. Таких моментов у него много. Мы, конечно, часто подтрониваем над ним, но как не без зла. Он это прекрасно понимает и работает с удовольствием сами. Так, фрикадели все готовы у меня. Теперь в духовочку. Так, измеритель температуры. Закрываем. Так, жар. Температуру выставляем. 120. Так, теперь внутреннюю температуру. И мне нужно выставить 72 градуса. 71-72. И старт. Все, процесс пошел. Это последняя операция на сегодня. Я заканчиваю съемку, выключаю камеру и занимаюсь уборкой.